Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД призвало россиян не пользоваться смартфонами за рулем. Ведомство подкрепляет это выводами ученых, согласно которым даже простой взгляд на гаджет значительно увеличивает риск ДТП. За секунду на солидной скорости машина пролетает несколько десятков метров. В этот момент на проезжей части может внезапно появиться препятствие, либо не исключен выезд на встречную полосу. Напомню, что в верхах давно уже обсуждается инициатива запретить водителям не только звонить, но и вообще пользоваться телефоном во время движения. Трасса 101. В госавтоинспекции рассказали, как собираются уменьшать количество погибших на дорогах пешеходов. В прошлом году таковых было по всей стране порядка 5000. Ставку ГИБДД сделает на следующие меры: ограничение скорости транспортных средств вблизи переходов и в жилых районах, установка камер, которые фиксируют непропуск пеших граждан, обустройство искусственных неровностей и шумовых полос, увеличение уровня освещенности переходов, запрет остановки и стоянки транспортных средств рядом с зеброй. Трасса 101. Продолжение темы. Почти треть российских автомобилистов считает, что наказание для пешеходов надо ужесточать. Сейчас, напомню, это предупреждение или штраф 500 рублей. Еще почти треть уверена, что закручиванием гаек ничего не добиться. Результаты опроса опубликовало издание «За рулем». Главное, что раздражает водителей в пешеходах, то, что они перебегают дорогу в неположенном месте. Далее идут неоправданно длительное нахождение на проезжей части, отсутствие светоотражателей и выбрасывание мусора на дорогу. Трасса 101. Приобрести электронный полис ОСАГО теперь можно не только на сайте страховой компании. Вступили в силу поправки, согласно которым сделать это можно и на финансовых платформах, так называемых маркетплейсах. При этом площадки не имеют права взимать комиссию. Добавлю, что по неофициальным данным действующей автогражданки сейчас нету нескольких миллионов водителей. Трасса 101. Владельцы легковых авто Kia и Hyundai в России поделились, почему предпочли именно эти марки. Исследование провело агентство «Автостат». У Kia на первом месте, почти 85% голосов, оказался вариант «внешний вид, дизайн». У Hyundai 82% – оптимальное соотношение цена-качество. Также в топ-5 определяющих факторов попали хорошее оснащение, надежность, комфорт и доступное обслуживание. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.